Дятел стучит. Просто огромнейший недостроенный парк. Неблагоустроенный, а так очень огромный парк. Бывшая детская железная дорога. Парк имени героев революции города Кокшетава. Вот. Тут роща большая, березовая. И вокруг асфальтированная или брусчатка дорога. Так, дилемма, куда пойти, направо или налево. Налево пойдешь, русалку найдешь. Направо пойдешь, счастливым станешь. Вон какая-то русалка, еще собака идет. Пойду я направо. Счастье прям напирает и напирает с каждым шагом. Только много гнезд, дрозды или что это, или дятлы, не разбираюсь. Свернем на тропиночку. Эх, какого был бы парк грандиозный, если бы до ума все довели здесь. Аттракционы, бассейны, аквапарк. Вообще было бы круто. Выходим на памятник. Тропинок всяких много, дорожек для прогулки, для велопрогулки пешком, с детьми, с собачкой, с коляской. Замечательно, пикнички. Ну вот, поднялся, здесь что творится, чего тут не достроили. Брусчатка кругом. Вот такой парк большой.
свечу. Мы жили, ветер свистел в ушах, земля светилась в восторге. Мы жили, мы сделали первый шаг, завидуйте нам, потомки. Столько вот брусчаток, столько дорожек, непонятно для чего. Чего они, куда ведут? Так, парк большой. Вон это ихняя контора парковская, административная должна была быть. Не знаю, там есть кто, нет. Может, сторож есть. Должен быть. А я иду, шагая в Кокшетау, я пройти еще смогу соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Вот такая прогулочка. Так что, кто здесь не был, гуляйте, прогуливайтесь в свое удовольствие. Это ноябрь. Немножко холодает.